Сережа, вот мы недавно вернулись, были на гастролях в Сицилии. Замечательная страна. То есть это солнце, это море. А мафия? Никакой мафии. Я сам удивлялся, мы ждали и даже разочаровались, что никого из них не встретили. Но дело не в мафии. Значит, мы жили там в таком замечательном месте, такой пансионат. Выходишь из коттеджа, и перед тобой лимонный и апельсиновый сад. Угу. Причем это можно рвать, делать, есть соковыжималки в номерах. Пожалуйста, пейте сколько хотите. Действительно, мы даже с собой прихватили, поэтому вот у меня для тебя здесь есть такой сюрприз. Но вот замечательная, интересная вещь. Вот посмотри, это лимон из Сицилии. Ты потом попробуешь и убедишься, что с нашими трудно сравнить. Я говорю, извините, что сразу подвох. Я начинаю искать, что где-то должен быть подвох. Но смотрю, что нету. Поверишь, вот выходишь, и если падают эти плоды, апельсины, там, лимоны, вдруг начинается смех. Я поначалу не мог поверить, и многие из наших ребят говорили, а что такое, почему какой-то смех раздается? Пока я воочию однажды не увидел, упал апельсин прямо на моих глазах и начал смеяться на земле. Можешь в это поверить? Нет. Не можешь? Нет, конечно. Можешь помочь, вот, поискать? Вот этот, понюхай. Он нормально пахнет. Нормально апельсин. Пахнет. Теперь смотри, вот он падает об землю. Сейчас я... Николай Лавров, замечательно, замечательно. Как-то в одном из походов, где нас жрали сильные комары, я написал такую песню, которая называется «Комариньяна». От комаров лекарства нету, и нет от них иммунитету. Комар летит по белу свету, от комаров лекарства нету, и никакие доктора не уничтожат комара. И даже доктор горло-нос не разрешит такой вопрос. И даже доктор педиатр, и даже доктор психиатр, и терапевт, и окулист за показания не взялись. Сказал нам самый главный врач: на этом фронте нет удач, и не нашли пока мы мазь, чтоб комара заставить пасть. И лишь военные врачи открыли тот секрет в ночи. Но тот секрет узнаем мы лишь только в случае войны. Браво. Николай Лавров! Веришь ли ты, что я... У меня есть свойство такое, что я могу некоторые предметы по моему приказу поднимать в воздух? Некоторые предметы? Ну, да. Вот так вот. Ну, я знаю, что есть такие люди, но я не верю, что этим вы задеваете. Нет, да? Нет, конечно, нет. Вот мы сейчас поговорим. Может быть, это я себя переоценил, но проверим. Одну минуточку. Ну, допустим, я возьму такой вот маленький пакетичек такой. Я его поставлю сюда. Теперь я достану спички. Внимание. Ваше пожара не было. Не, не волнуйтесь. Телевизоры не загорелись. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Полетели! Николай Лавров! Волшебник!